Thank you.
всех не видел. Да, я тоже тебя не видел. Прямо здесь и прямо тут. Ребята, этот самый, пользуюсь случаем, когда я у микрофона, хочу поздравить своего коллегу, больше даже друга, с прошедшим, конечно, днем рождения, но все-таки это дата, это событие. С днем рождения, удачи, любви, вперед! Все мы это... В общем, ну и продолжим, чтобы да, не скучать, и поехали как бы. А, ну и начнем с дыма, и поехали, да? Thank you.
фана. Стоп моего сердца как стоп, железо на колю. Не плачь, дорогая, я водитель трамвая. Не грусти, не печалься, оперативочки вообще называется песня, а там уже думайте как хотите. Давайте поехали. We'll be right back.
Thank you.
слишком стар. Наташа, уходи, ты нам не нравишься. Следующая песня про молоко. Надо быть здоровым, пейте, дети, молоко. Thank you.
легко повыпрямли. Нас накрыло смута, мы задумались о том, что же будет, если лыки не сдадут закон. И нельзя нам с вами будет воздух дышать, наслаждаться ветром моря. Giants.
в кармане мою. Там, наверное, что-то случилось. И мы уже переживаем. Но мы начнем без. Thank you.
Спасибо! Следующая песня про сержанта. Песня про Васю.
Вышивать с лапых и тех, кто с тобой. Маму любить, бежать дальше небу, а прочь из Вавилона, прочь от системы, нам бы крылья, чтобы полететь, как большая, красивая птица. Голос громкий, чтобы песню петь в любом парке столицы. А нам бы крылья, чтобы полететь, как большая, красивая. Если вы не знаете, как танцевать под эту песню, просто танцуйте, как просто можете, хоть танго. Ну, правда. Потому что много вопросов иногда. Под эту песню многие люди, ну, не могут танцевать. Но сейчас... Не, ну, «Тишина» тоже хорошая песня. Thank you.
что пьешь, хоть с нестрою. Злые дети мира, дар и Соломон, дай нам силы, руки мои. Ледяные глупые люди спешат на какие-то выборы, только нам с тобой этого не надо, Чарльз Капарай. Рай или Селасьяй? Thank you.
не хлебнут. Не смотрю рекламу, телек не смотрю. Не заказываю роллы и тирамису. Жизнь подачка веры на фаску куличи. Загибаются без хлеба бабка у печи. Набиваются карманы в модных пиджаках. Если ты против системы, выстрел, бах. Это прям тоже социальное. То есть не знаю, что мы так поставили две социальных подряд, но так получилось. Но про Варочку это световое. Следующая песня про чё-чё. Сейчас?
40-40. 40-40, да. Чучу, песня про Чучу. Жалко, его никогда не было на моем концерте. Так было бы приятно. Еще раз приглашаю. Ну, поехали. Толкнем немного эту социалочку.
следующая про Уэйда, да. Следующая песня называется «Даб Уэйда». Не знаю, почему так назвали. Ну, как назвали, как назвали. Спасибо.
Thank you.
следующая песня про негра. Точнее, не то чтобы как бы про негра, она как бы про трудовые будни больше. Просто это слово ассоциируется в некоторых случаях. В общем, про негра песня. Давайте попробуем. Oh,
будущего, доброго и светлого, про любовь. Мы хотели бы вам исполнить немножко. Любовь. Ах, любовь в сердце книга. А, да. Попробуем. Я вас тоже. Такие голоса вообще все. Клёвые, спасибо еще раз. Как будто на еще 10 песен.
Ребяточки, как уже по традиции, мы закончим той же песней, которую мы всегда стараемся заканчивать наши концерты. Ну и так получилось, что на бис. Мы теперь решили как бы лалеку делать на бис, но... Ну, точнее, не на бис, а в конце. А, в общем, давайте, да быстро. Давайте вообще попробуем что-нибудь поиграть. Спасибо, что пришли. После нас будет автопати. Немножечко...